Мне не нравилось слово «диссидент». Не нравилось потому, что оно было специально для нас придуманное. Это кто-то из зарубежных журналистов назвал нас диссидентами, да, и с его легкой руки пошло, потому что мы были явление непонятное. Ну, кто это такие? Откуда они взялись? Такого не было до этого, да? И диссидент, если переводить точно на русский, это отрицатель. Это не инакомыслящий, это отрицатель. Но как назвать отрицатели? Это какое-то тоже очень такое странное слово. А потом, что мы отрицали? Мы не столько отрицали, сколько утверждали. Мы утверждали, что человек имеет права, имеет человеческое достоинство, и руководитель любого государства должен с этим считаться, что их граждане – это люди, они имеют права и достоинство.